Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вокруг него как белые обручи. Белые обручи. Дымка такая вокруг. Угу. Хорошо. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аркадия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Аркадия поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Приветствуем Аркадия. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свои биополи на период сеанса. Готов он показывать на эти обручи. А он знает их происхождение, откуда они взялись? Он говорит, во сне кто-то подходил. Во сне подходил кто-то. Хорошо, сейчас мы посмотрим, кто это. Я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать Аркадия, все 7 тонких его тел. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. Выстраивает каналы в клетку тюрьмы и ответственность за эти подключки воздействия энергии, притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Даю команду на счет 3 все эти обручи. Сканер помогает. Выдавливается из всех 7 тонких тел Аркадия. 1, 2, 3. И отправляется в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Отключается до 100%. Это не просто обруч, это конструкция, что они проявились. Конструкция стоит. Да, один обруч идет, где лоб, синяя чакра, сердечная, она идет шире, да. Как обруч. Еще одна красная чакра, обруч на уровне красной чакры. Конкретно. И одна внизу в ногах, а это как яйцо. Хорошо, я даю команду. На счет 3 эта конструкция проявляется до 100% полностью. На визуальном плане мы видим ее четко, ясно. Все подключки, все связанные с ними, датчики, импланты, конвекторы. Все проявляется. Она проявилась. Я даю команду. На счет 3 сканер включает программу, отключает полностью всю эту конструкцию, каждый проводок в отдельности до 100% выводит из всех 7 тонких тел Аркадия и отправляется эта конструкция потом в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Пошел процесс. Оно такое ощущение, что на спине где-то открылись вот эти обручи. Она вышла и в клетку перенеслась. Отлично. Все, да? Да. Хорошо. Теперь сканер сканирует все 7 тонких тел. Аркадия находит все. Это белый дракон какой-то большой очень. Он всю клетку занял. Да. Снимаются все маски и голограммы. Дракон предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился? Изменился. Кто это? Гуманоид. Снимаются все маски и голограммы. Гуманоид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Отлично, Влад. Просканируй, сожги его защиту на счет 3. 1, 2, 3. И как сожгет защиту, дай ему мощнейший удар в горло. И в третий глаз лазером. Пошел процесс. Он находится в таком управляющем прозрачном механизме, который ты сейчас пробил. Ему удар в горло пошел. Отлично. Он пытается защищаться. Ой, Влад, ты же любишь это. Давай, просканируй. Найди вот то слабые места, сожги его и положи его на пол, чтобы он лежал на полу. Он просто остановит. Я над тобой сейчас открою поток любви Абсолюта и сожгу тебя, паразит. Тебе это понятно? Он, знаешь, он такое ощущение, что из плазмы стоит, ты его дырки в нем делаешь, у него зарастает все на нем. Влад, просканируй эту новую его защиту. Найди слабые места и сделай так, чтобы дырки оставались. Выстраивает этого гуманоида канал ко всем остальным ответственным. Кто с ним связан? 1, 2, 3. Притягивай в клетку тюрьму, становится моими заложниками. Да, будет так, а так и есть. Это ящер. Отлично. Влад, просканируй защиту ящера и сожги ее. И дай ему мощнейший удар в горло спиралью. 1, 2, 3, удар. Он хрипит. Защита сожглась, вера его? Да. Хорошо. Считай цифры над головой этого паразита.
У ящера. 42-11. Хорошо. Откуда ты гуманоид? Гуманоид — это робот. Он больше на голограмму испорченную похож сейчас. Появляется, то исчезает. Это голограмма. Ну что, ящер, любитель острых ощущений. Продолжаем? Готов к продолжению концерта? Он говорит, не надо меня портить. Я тебя сейчас сожгу. Я тебе такую дырку сейчас оставлю во лбу. Ты будешь инвалидом в своем измерении. Он говорит, что ты меня серьезно ранил. Спираль в горле кровоточит. Замечательно. Сколько ты находишься в этом биополе, почему ты подключился? После чистки нашей. Почему люди получают стеклянные глаза, когда общаются с этим человеком? Итак, сколько ты находился в этом биополе? 10 дней. Цель визита? Захват. Кто дал команду? Ему не надо команда, он сам ищет экземпляры подходящие. Ну и чем тебе подошел этот человек конкретно? Во-первых, светил энергией. Во-вторых, есть определенные энергии у него, которые нас интересуют. Ну хорошо, в следующие десятилетия, я думаю, тебя другие вещи будут интересовать. 10 дней. Что ты установил еще в биополе? Что есть в биополе? Аркадия, на твоей чистоте. Ничего, и это не закончено. Это должна была покрыть полностью его. Хорошо. Интересно будет, что будет, если я на тебя сейчас одену эту конструкцию, перепрограммирую и включу на отток энергии до 95%. Как ты думаешь, ящер? Есть идеи? Это не отток энергии, это пока каркас, который должен был покрываться оболочкой. Хорошо, выстраивая от Аркадия к ящеру и к этой голограмме гуманоида каналы на счет 3, 1, 2, 3. И на счет 3 Аркадий отдает все негативные и патогенные низковибрационные энергии, которые он получил от конструкции и от ящера. На счет 3 мощнейшим потоком пошли назад. 1, 2, 3. Что возвращается? Ну, к ящеру ничего не возвращается. Конструкцию. Конструкция возвращается к этой народной энергии, которые его сжимали, зажимали чакры, они как-то скручивали их, как пружины скручивали, как затягивали изнутри. У него кровь какая-то черно-коричневая. Хорошо, его проблема. Здесь. Ушла эта энергия или еще осталось что-то? Ушла. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса забираю у этой голограммы и у ящера все энергии, все родные энергии, которые находятся на частоте Аркадия. 1, 2, 3. Пошел мощный поток назад. Все свое по праву забираем. Видишь, ящер, ты нас рассматриваешь как муравьев. Хочу, раздавлю, хочу, не раздавлю. А я точно так же на тебя сейчас смотрю в этой клетке, где ты находишься. Ты такой весь крутой. Ты столько уже лет живешь, существуешь, а так ума и не набрался. За все приходится отвечать, ящер, за все. Если ты думаешь, что есть серая зона, то здесь есть законы. Есть законы мироздания, которые все цивилизации обязаны исполнять. Если ты их не исполняешь, ты будешь за это отвечать. Сегодня как раз такой случай. Технологии развиваются, ну, как хорошо. У нас, так и у вас. Ну, твое право так думать. Я думаю по-другому. Реверс закончился. Можно развиваться и не паразитировать друг у друга в биополе. Включая внутренний белосвет Аркадия, на счет 3 Аркадия этим светом выдавливает все негативные и патогенные энергии, свои собственные, а также на частоте подключки ящера. 1, 2, 3. Пошел мощный поток света, выдавливает все это, формируется в шар перед Аркадием. Готово. Что там? Ну, шар вышел как плазменный, как был гуманоид. А вот так вот. Открывается под шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Аркадию, какая частая вибрация до полного восстановления и корректировки. 350 и 26. 350 и 26. И на счет 3 в макушку головы Аркадия начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем.
Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Аркадий, как вы себя чувствуете? Он говорит, здорово чувствую. Хотел бы я научиться так наполнять себя энергиями. Аркадий, а вы ставите себе защиту Меркаба? Вы заполняете себя энергиями? Вы это делаете? Вы сбрасываете негатив, как мы сегодня, выдавливаете его из себя, как мы это показали вам в прошлом сеансе? Вообще делаете что-то? Иногда представляю энергии. Ну вот, иногда вот так вот и получается, что у вас нет намерения, никто его не заметил. Поэтому... Трудно визуализировать мне. Аркадий, это совсем не трудно. На YouTube есть миллион видео, которые обучают визуализации, как представлять, как видеть, как это все действует. Но для этого надо инвестировать немножко своего личного времени. Если вы не хотите вот этих эксцессов, как сегодня, в вашем биополе и так далее, то вам надо обязательно брать инициативу в свои руки. Вы читали манифест. Вы объявили хозяином себя, своих энергий. Но по вам не видно этого. Понимаете, о чем я? Делаю, что могу. Делайте, что можете. Хорошо. Мы только можем в этом случае дать совет. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ящер 4211 и голограмма. Мы все забрали оттуда. Готов голограмму уничтожить. Ящер 10 дней находился. Цель – захват. Ящер заберут, все остальное уничтожить. Хорошо. Благодарю. Давай, захватчик. Он жалуется, что ему горло ранили. Да? А что ты сделал человеку? Его душе? Его забирают. Хорошо. Он там жалуется. Пусть там жалуется. Готово. Так, открывается под голограммой и всеми этими энергиями, находящимися в клетке, на чистоте гуманоида, а также под его остатками физиологической жидкости, порталы в галактическое ядро 1, 2, 3. Все это улетает на переработку, сжигается в чистую первичную энергию, уходит, закрывая печать, твоя растворяй. Готово. Хорошо, Аркадий, мы закончили вашу чистку, и сейчас мы будем вас возвращать назад ваш пиар-робот, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Подумайте над моими словами. У нас есть куча обучающих видео на канале, так и называется, обучающие видео на стартовой странице. Если вам будет интересно, чтобы к вам не входили эти сущности, то там как раз даются те ключи для того, чтобы вы могли ими воспользоваться. Именно для этого мы выставляем все эти видео. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Аркадия в систему пиар-робот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.